Долго нам еще? Недолго осталось. Что думаешь делать после войны? В органах не хочешь остаться? Могу посодействовать. Да нет. Недолго еще пока. Зря, зря. Надо думать. Ты ничего не слышал? Да нет, вроде. Ну, тогда пошли. Неужели вы следили, гады? Не может быть. Отличный выстрел, господин оберштурмфюрер. Еще немного, и он вас мог того? Да, да. Нет ничего опаснее, чем загнанный зверь. Jungs, bitte mittig, Klaus, etwas näher. Ja, fertig. Ja, ja. Gut. Ja, du hast gute Hände. Моя жена приготовила обед. Она ждет бутылку шнапса. Да-да, для шнапса сейчас самое время. Вот. Из-под ветра идут. Тоже мне. Нашли время. Meine Hunde sind auf. Азар! Варта! Сота! Сука! Господин офицер. Thank you.
Живых не брать. Луз! Что-то случилось. Все может быть. Может, что-то с рацией. Следующий сеанс связи завтра в это же время. Даже если выйдет на связь и не будет сигнала работы под контролем, верить ему мы уже больше не можем. Таковы правила. Значит, нужно будет забрасывать свежую группу, начинать проверки, перепроверки. На подготовку новых агентов уйдет уйма времени. Готовой группы сейчас нет. Вы и ваши солдаты проявили настоящий героизм, оберштурмфюрер. Я буду ходатайствовать о вашем награждении перед Гауляйтером. Гитлер. Ничего, оберштурмфюрер, я все понимаю. Своими действиями вы уже доказали свою преданность фюреру и Фатерланду. Вы можете быть свободны. Вот так. Простая случайность сводит на нет усилия целой армии агентов гестапо и специалистов по борьбе с партизанами. Не так ли, генерал Сигальс? Мне нужно 24 часа, господин генерал. Вам было дано 5 месяцев, чтобы очистить окраины города от партизан. Целых 5 месяцев. Где результаты вашей работы? А теперь вы просите 24 часа? Я уже составил план операции, господин генерал. Даю вам 3 суток. И на вашем месте я бы как следует отблагодарил этого несчастного оберштурмфюрера. Его дурацкая охота подарила вам, Гальс, последний шанс реабилитироваться в моих глазах. Идите. Хайтлер. Хайтлер.
Вся информация, которую мы получили от Москаленко со дня его заброски, была проверена нами много раз. Ей просто нет цены. Но то, что ему удалось нащупать в этот раз, может быть важнее всего вместе взятого. Может быть, они экстренно сменили точку. Точку, с которой они выходили на связь. Таких точек у группы несколько. Это подземные схроны. И разнесены они на приличное расстояние. Центр ждет от нас информации. От нее зависит... Да что я тебе рассказываю? Ты сам все прекрасно понимаешь. Понимаю, товарищ генерал-майор. Паночки на чистом польском языке. Пани, я в жизни не встречал такой неописуемой красоты. Позвольте представиться гвардии. Рядовой с Алексей Резидинов, город Самара. А она стоит и не дышит. Прям на. Не, ты давай нам это по-польски скажи. Да нет, ты что, по-польски я это уже не вспомню. Тебе, Салих, после войны надо в повара идти. Че в повара? Я в геологи собирался. Не, иди в повара. Уж больно хорошо у тебя получается лапшу варить. И таким, как мы, на уши развешивать. А не, вы что, генерал приехал. Я на польском, как на своем родном, забалакал, а? Вот и славненько. А тут и сиделись тут, в тылу. Не могу уже. Че хотя не может? Ешь, пей, пани. А под командованием жить не может. Как выходим с той стороны, начинается есть, так точно. Зубы сводят. Там в лесу все проще. Ну что, приступим? Времени, как всегда, в обрез. Итак, задание. Нашел чем кормяну пугать. Был у нас тоже в разведводе. Мальчишка связной. Под Брянском дело было. Прибился к нам в одной деревне. Ну, короче, попался наш пацанчик. Мы в бинокль видели, как его в сарай повели. Деревенский староста фрицам сдал. Их на той деревне около батальона было. Ну, их таки голодные. Ну, а мы, короче, лежим, смотрим. Зубы стиснули, сделать ничего не можем. Четверо нас было. Коля Сошкин ранен. А я, кстати, видел его недавно. Кланяться тебе велел. Он сейчас в артиллерии. Лицо разъел. Да подожди ты, Жора. Ну, короче, дивизия пойдет в этом месте узким клином. Как бы рассекая немецкую группировку на две части. Город прямо на пути. Разведгруппа Кислова должна пройти весь этот путь. Особое внимание флангам. Есть агентурные данные, что немцы подтянули танковую дивизию СС «Адольф Гитлер». Но где они встали, неизвестно. Как испарились. Ну и, короче, пытали нашего пацанчика фрица люто. А он даже не пискнул. На таких пацанов раз-два я обчелся. Ты к чему это сейчас рассказываешь-то? Да к тому, что не детское это дело по немецким тылам лазить. Ты чё? Ну и балаболка ты, Салик. Чудной, а? Не подведи, сынок. Постараемся быть. Пойдем.
и что он тебе сказал? Пожелал счастливого пути, товарищ капитан. Угу. Ну, тогда я кое-чего тебе скажу на дорожку. Чтобы там никакой самодеятельности, понятно? Угу. Право-влево запрещаю. Точно по намеченному маршруту. Ни с кем в контакт не входить. Особенно смотреть. За татарином. А то загремишь у меня под трибунал, как миленький. За Сарика я ручаюсь. Он, конечно, дурной, это ясно. Но лучше разведчика я не знаю. Так что, если что... Если что, под трибунал. Обоих. Обещаю. Спасибо за доброе напутствие, товарищ капитан. Не дерзи, Папанин. Мы армейская разведка, а не партизанский отряд. Дисциплина. Вот чему нам надо поучиться у немцев. А чему нам еще у фашистов поучиться, товарищ капитан? Кру-жум. Цагам. Аш. Ремешок. Нормально. Салих. Что с рукой, солдат? Пустяк пчела укусила. Надо добавлять, товарищ капитан. Пустяк пчела укусила, товарищ капитан. Попрыгали. Итак, группа Ефимова выведет вас к месту перехода. Если что, отвлечет немцев на себя. Итак, повторяю еще раз. На территории противника действовать скрытно, чтобы ни одного выстрела. По окончании задания все выходят в район выхода в срок и без опозданий. Запасные точки сбора вы знаете. Они отмечены на ваших картах. Вопросы есть? Вопросов нет. Приступите к выполнению задания. Налево. Шагом. Хорошо. Ja, bei uns zu Hause? Nein. Ja, meine
фамилия говорит лучше, да. Die Engländer, die bombardieren so oft. Bist du verheiratet? Ach, ja, ich habe eine Frau. Hast du eine Frau? Ist das die Frau da? Mein Lied. Ach, ich rede kein Quatsch. Ich rede mit ihr nicht mehr. Und wie geht's dann? Ja, also meine Frau hat gar nicht so viel geschrieben. Hast du eine Zigarette für mich? Каша с тушенкой. Absolute Scheiße. Hast du auch probiert? Ja, das ist schon ekelhaft. Donnerwetter. Ja, du hast recht. Gut. Also, wie viel Zeit brauchen wir noch? Wie viel Zeit haben wir noch? Halt! Achtung! Alarm! Entnehmen! Бляха, засветились такие. Огонь!
Адлер, Адлер. Русская разведгруппа прорвалась через линию фронта. Адлер, повторяю. Небольшая русская разведгруппа пересекла линию фронта. Участок номер 24. Адлер. Где студент? Не видел. Назад возвращаться нельзя. Если жив, выберите дополнительную точку. Карта у него есть. Да, и правильно. Идем с подветренной стороны. На восток. Потом вот здесь, вот в этой точке. Резко уходим южнее. Ты замыкающий. По машинам. Быстрее, быстрее. За ними пойдем. След, след. Деда. Кто там? Да что я? Тут кто-то есть. Да разобачим, кто сейчас там есть. Сейчас посмотрим, кто там. О, Иисус Мария.
Перебрались благополучно. Собрались все, кроме студента. Вчера в дополнительном пункте была обнаружена записка с почерком студента и его шифр. В записке следует, что студент ранен, находится недалеко от линии фронта. Планирую восстановить контакт в первой половине дня. Контроль гитлеровцев средний. В период визуального наблюдения было обнаружено движение в сторону линии фронта днем. Нескрытное. Механизированные колонны. В количестве 8 грузовиков под охраной мотоциклистов. Грузовик с солдатами, похож на штурмовой батальон, 8 штук, без охранения, в сторону фронта. По обе стороны трассы окопы в 2 ряда, перед ними минные поля. И 1,5 километра восток окопа в 3 ряда, проволочные противотанковые заграждения, минные поля. Перед окопами железобетонные надолбы и ежи из железнодорожных рельсов. Укрепления войсками не заняты. Наблюдения за ракотной железной дорогой показали, что она используется редко. Перегрузки техники и ГСМ не наблюдается. За период грубо в бой столкновений не вступало. С приветом, Папанин. Хорошо, иди. Леш, соедини-ка меня со вторым отделом. Армейцы удачно забросили группу северо-западнее того направления, где была одна из радиоточек Москаленко. Ничего. Вот именно, ничего. Главная задача на сегодня – это информация, которую должен был передать нам Москаленко. Понимаешь, куда заворачиваю? Александр Николаевич, переориентировать на наше задание армейских ребят я бы не пытался. С агентурной работой не знакомы. У них свои задачи и методы. Могут дров наломать. Но, тем не менее, я бы рискнул ознакомить армейских с запасным паролем. Вторым или третьим? Вторым. Понял. Разрешите идти, товарищ генерал-майор? Иди. Есть. Ваши документы, пожалуйста. Надо добиться разрешения от центра и покончить с этим фургоном. Это уже четвертый рейс за 2 дня. Не солнце же в Лондоне. Я думаю, им в Лондоне нет дела до этого. Им плевать. Вели важнейшее для них террас. Сейчас им важнее не проиграть русским Европу. Что там Польша? Что им Польша? Заткнись. Я считаю, что я ничего не слышал. Твой язык тебя когда-нибудь погубит. Пять тысяч марок. Это грубо щемили. Это жирная тюремная свинья, нам слишком дорого обходится. Ну, видишь. Все, иди и будь осторожней. Сегодня немцы усилили патрули. Или патруль. Понял, спасибо. Только что нашими радиопеленгаторами зафиксирован радиоконтакт вот из этой точки. Разрешите поднимать отряд на выезд, господин майор. Мы будем на месте через 35 минут и можем прочесать район.
На войне нужно думать, Штраух, а не ломиться на выстрел, чтобы получить пулю. Русская разведгруппа пересекла линию фронта в этом квадрате. Здесь, здесь и здесь. Нами зафиксирован выход на связь. Расстояние почти 30 километров. Получается круг. Искать нужно в центре круга. Все очень просто. Это есть в каждом учебнике, Штраух. Они все там идиоты. Только что такой же приказ я получил от этих кретинов. Искать в центре круга. Идиотизм. Простите, господин майор. Я не очень понимаю. Все наши неудачи в борьбе с советами, майор, от того, что мы всегда считали русских недоумками. Но если бы это было так, они сейчас бы не стояли на пороге Рейха. Они многому научились за эту войну. И они тоже читали учебники. Те люди, чьи следы мы видели в лесу, не будут сидеть в центре круга и ждать, пока мы их зафиксируем. Они будут все время двигаться, двигаться, двигаться и двигаться. Не по правилам, а вопреки им. Подъем команды в 6. Выезд в 7.30. Завтра нам надо будет прочесать вот этот квадрат. Никого. Сейчас всех подметут. Почистую. Ты кто идет? Откуда? Сколько? Я не знаю. Нюхом чую. Валить надо. Ты ж тебе идет. Валим, 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 валим. Валим. Извините, хлопцы. Мы не гады. Но жить хотим.
Вот ты где. Думали, все, потерялся уже. Здесь он. Это кто? Наш он. Ладно, разберемся. Машины. Километра два или меньше. Оттуда идут. Дуй и доложи командиру. Угу. Мы выдвинемся и будем ждать приказа. Прости, командир. Заблудился. Как сюда притащили, не помню. Да местные его принесли. Молчи, а! Че? Бык прислал. Моторы. Колонна небольшая. Машин, может, пять или меньше. Извините, товарищ командир. Огонь не открывать. Уходите в лес. Затаиться, ждать. Тут останусь. Мне и так, может, день, может, два, и все. Молчи, вытащим. Да бесполезно. У него заражение крови. Ты опять лезешь? Сука. Местные, которые принесли его сюда, когда бинтовали инфекцию, рану занесли. Ты бы вышел. Салих, выведи его. Рванет. Потом бегать за ним по лесочку. Вы двоих уже упустили. Были тут двое. Пленные. Ушли они. Помогите Николаю. А Николай у нас кто? Я. Если немцы начнут стрелять, значит, наших засекли. Сразу же открываем огонь. Уходите. Живы меня не возьмут. Обещаю. Первым пойдешь, чтоб я тебя видел. Не доверяешь? Нет. Пошел. Правильно делаешь. Обшарить здесь все. Ну, вы даете, хлопцы. Мы уже думали, все, каюх. А это что за гусь? Это, говоришь, свой. Студент подтвердил. Отойдем подальше, поговорим с ним поподробнее. А где студент, товарищ командир? Ранен, идти не может. Если фриц не найдут, вернемся, доберем. Сейчас уходим. Тихо. Thank you.
штаб. Есть. Проверьте, что там. Я бы сперва гранату кинул. Я приказал проверить, что там, а не уничтожать объект, фельдфебель. Я понял. Там раненый Иван. Скорее всего, тот самый русский, которого ранили при переходе линии фронта. Достаньте его, пока он не умер со страху. Страух, оставайтесь здесь. Остальные за мной. Что же он по нам не стреляет, а? Мать твою, супатый. Вечно здесь что-то мерещится. Пошли. Показалось тебе, что страху. Я не пойду. Я чую. Чую, там есть кто-то. А я пойду. Надоел ты мне. Хороший выстрел, Клаус. Не убивайте. Я все скажу. О, а ничего. Гнездышко у этого гуся, да? О, я смотрю, ты освоился уже, да? Че, где командир? Да с этим пошел поговорить. С новеньким. Не нравится мне этот подарок. Да пойми ты, лейтенант. Ну нет никаких танков. Ну это чистая ДЗ. Да и дивизия СС, которую ты ищешь, она 40 километров к западу от города. А на флангах нет танков. Понимаешь, нет. Только видимость обороны. Немцы, они, видимо, хотят, чтобы наша избегала боевого столкновения на фронтах. Скоро вошли в город, понимаешь?
А там уж, да и в городе, только видимость подготовки к обороне. Ну, это чистая информация. Почему я тебе должен верить? Я тебя не знаю. Я должен был передать эту информацию в центр. Радист наш погиб. Передать некому. Ну, ты же сам видел, что танков нет. Да, танков маловато. Явные дивизии. Ну, так не тяни ты резину, лейтенант. Через пару дней наши начнут наступление, а немцы, они уже что-то готовят. Надо же как пить дать. Это же ясно. Лейтенант, мне надо в город. Мне надо встретиться со связным нашего резидента в Берлине. У него есть информация на этот счет. Мне надо связаться с центром. Немедленно. Понимаешь? Ну или пристрели меня прямо сейчас. Ты что подумал, здесь дети малые? Студент за тебя поручился, мы тебе поверим. Студент в бреду за кого хочешь мог поручиться. Пошел к дереву, сука. Быстро. Быстро. Все правильно. Все как положено. Все по уставу. А ничего, нервы у тебя крепкие. Смотри за ним, я сейчас. Соболь, рацию, бегом. Коротко передадим, засечь не успеют. Бегом, бегом! Экстра, не нравится мне этот подарок. Пришить бы его, по-тихому. Пришить мы его всегда успеем. Давай, шифруй. Ждите сообщения, проверьте данные. Информация от третьего лица. Кличка художник, группа москаля. И сходу гони. Выходим на связь втроем и этот. Соболь. Когда будешь цифры давать, не торопись. Смотри, если шифр похож на немецкий. Если тебя хоть что-нибудь зацепит, спроси меня, Папанин подпись свою будешь ставить? Такой будет сигнал тревоги. Салих, валишь новичка, я на подстраховке. Все ясно? Готово. Через час выходим на связь. Thank you.
Ну что? Шифр чужой. Не знаю. Подпись Папанина. Девятку мне. Гришанков, собирай всех у меня через 10 минут, живо. И вытаскивай сюда хоть весь разведотдел 59-й. Это их группа? Что? Вот их двоих и давай. И быстро, Гришанков, быстро! Вот совсем не понять. Вы забираете нашу группу. Связь будет наша, а шифры мы не получим. Товарищ генерал-майор, у нас свое задание. Тихо, тихо. Часть. Обрати внимание, только часть вашей группы временно переводят во второй отдел штаба армии. А что значит временно? Наступление чуть ли не завтра. Разведка треть пути не прошла. Нам-то что делать? Перед нами, штабом армии, поставлена задача... Эту операцию курирую я. Меня курирует Москва. Желаете с Москвой поспорить, капитан? Наш человек остался один, без связи, без группы. Он должен встретиться с нашим агентом в городе, получить информацию и перегнать ее нам. Ваши бойцы обеспечат ему прикрытие. По выполнению задач он уйдет назад в Германию. А ваши останутся выполнять свою задачу. Какие могут быть вопросы? Да, собственно, один. А если мои бойцы погибнут, обеспечивая это самое прикрытие? Кто будет выполнять задание штаба армии? Если мы не получим информацию, наступления может не быть вообще. Немцы что-то готовят. А что известно одному Богу и нашему резиденту в Берлине? Любая задержка играет на руку немцам. Если мы перенесем дату наступления, немцы перегруппируют силы и успеют подтянуть свои резервы. И доложить немедленно, дед. Это значит, ты у нас командир теперь. Не нравлюсь? А ты не девка, чтобы нравиться, понял? Кончай, Салих. Ну, командуй. Что делаем? Завтра все вместе пойдем к местному леснику. Будем думать, как в город убираться. А нам с поляками контачить не рекомендовано. Он не поляк, он немец. Еще лучше, а? Председатель местной коммунистической ячейки. Зовется Портагеносы. Он поможет. Да ты на рожи наши посмотри. Вон нас первый патруль повяжет, одни быка я чего-то... Хватит, Залик, хватит! Салих прав. С нашими рожами в город соваться. Да и польского языка мы совсем не знаем. Да и вообще город не наш профиль. Вообще-то есть у меня одна мысль. Halt!
Та чого ти там шукаєш, друже? Ми чого тут? Для вас засидим. Я вже все перевірив. Was grünst der da? Что он там хрюкает? Этот украинский Боров. Sie fühlen sich beleidigt, weil Deutsche... Они обижаются, что им не доверяют их немецкие братья по оружию. Что-то слишком хорошо выглядят твои заключенные. Что, в Аушвице увеличили норму питания? Я беру заключенных только из свежего пополнения. На моей работе не место ходячим скелетам. Они хороши только для растопки печи. Пропускай. Спасибо. Я же не знаю, я только подслушивал. Он говорил, 4-я улица от еврейской барахолки. Чтобы с центра. Встреча у него тут. Я когда Талиш. Говорит, все точно. Geht. Идите. Wir fangen an. Начинаем. Мне кажется, это не наша работа. Вы о чем, Курт? Я считаю, что это работа гестапо или СД. Мы летим не в свое дело. Ивана взяли мы. Это наша удача. И я не собираюсь разделять успех с этими бульдогами из гестапо. Город — это их территория. Мы специальный отряд по борьбе с партизанами и диверсантами. Моя работа в Минске показала мне, что диверсанты могут быть не только в лесу. Ждем. Да полезь ты, а, бычара. Ребра сломаешь. Давай, шевелись! Ты не борзей. Татарская рожа. Я забирался, крути твою мать. Отойдем. Разберите. Ты мне все-таки объясни, что происходит. Куда идем, что делаем? Да что ж ты такой непонятливый? Ну не могу я. Права не имею. Вы мое прикрытие. Это все, что я могу сказать. А случай-то что с тобой? Контакты, пароли? Этот вариант я не рассматриваю. Человек, с которым я должен встретиться, ни с кем другим на контакт не пойдет. Он знает меня лично. Для других он закрыт. Надеюсь, все пройдет гладко. Надеяться нужно на пистолет. Все остальное лучше гарантировать. И еще. Самое главное. Если все же случится вариант, про который ты говоришь, я не должен попасть немцам в руки. Живым. Это наш закон. Таковы наши правила. Поэтому вы, ну, если все же дело дойдет до этого, если мне не получится, вы должны будете убрать меня при любых обстоятельствах, что бы ни случилось. Понятно. Ну и закончите в вашей конторе. Так это и есть прикрытие? Да. Ну все. Значит так. Бык, Соболь, остайтесь здесь. Остальные со мной. За забором склада расходимся. В город ко мне не подходить ни при каких обстоятельствах.
И это... Если что не так, если что-то случится, я подам знак. Примерно вот так. Понял? Угу. Маша, давайте. Добрый день, Комар. Брудная сукенка. Или рад, чему вы вам же весь дождь? Машинка. Машинка? На оккупированной территории гражданским машинки не положены. Ну-ка, ну-ка. Командир, это же тот фриц, который был в лесу. Он командовал, когда студент взорвался. Точно. Твою мать. Интересно, девки пляшут. Окно слуховое видишь? Давай бегом на чердак, осмотри окрестности. Наших надо предупредить. Только тихо. Сделаем, командир. Ты что, не проспался? Чельпель! Генрих, успокойся. Мисс! На, иди, опохмелись. Ты в порядке, милая? Да.
Смит, что ли? Идемте быстрее. Засада в чистом виде. Так, давай показывай. Короче, вон там трое. У Стаса на холке. Ага. Этот их старший здесь во дворе. Так. Трое еще у магазина. И еще вот эти вот. Двое. Ага. Опа. А это кто такие? Где? Дом наискосок. Второй этаж. Крайнее окно справа. Я Макарек. Еще двое. Бинокль у них. Здесь шестерочка. А этот что, слепой, что ли, совсем? Ничего не видит, что ли? Да он уже давно всех засек. Ему уйти некуда. Остановить? Zu spät. Поздно. Sie haben schon alles. Они уже все испортили. Что будем делать, командир? Что делать, что делать? Прогалять и бегать. Ich folge hinterher. Я за ними. Доложи пастору по телефону и догоняй. Черт их разберет, откуда они взялись и кто это такие. Короче, два варианта. Что? Либо прямо сейчас прыгнуть им на холку с хвоста, чтобы в нем отвлечем на себя, у наших будет шанс оторваться. Результат не гарантирован. Ага. Второй вариант. Карту города помнишь? Все улицы стекаются на площадь. За ней склады. Наши, скорее всего, идут сюда. Встречаем их там и выдергиваем малой кровью. А если выдернуть не получится? Третьего варианта нет. Второй шустро. Так, наверх. Майер. За мной. Остальные в обход.
секретаря. Единственная улица, где мы можем его перехватить. Чё рожь такая? Чё? Чё? Как у кота мышь сожравшего. А? Салик. Твою мать, а? Ну извини, командир, ну так вышло. Да все чики-пики, никто ничего не видел. Да? Да куда ты, фонды здесь при чём? Уходим. Они здесь уже. И Стас с ними. Как по-польски, сукинсын или оборванец. Не знаю, зачем тебе? Я сейчас. Салик! Пан Зубашев, wszystkie wiadomości po niemiecku. Są też wiadomości kulturalne i o pogodzie, o wszystkim. Pan Bierze, nie będzie pan żałował. Bardzo dobra gazeta. На каком языке он говорит? Наверное, на турецком. Здесь есть турецкая лавка. Все в порядке. Шайс, черт. Господин майор, вас просят подойти. Я требую объяснений. Herr Major. Господин майор, мы проводим вас к тому, кто вам все объяснит. Ну чего, нормально все? Художник погиб. Что делаем, командир? Подождите, мужики. Подумать надо.
Ты говорить будем? Или ты по-русски не понимаешь? Хорошо, отец. Я буду говорить медленно. Сейчас надо уходить отсюда. Быстро. Понимаешь? Понимаю. Но не все. Приехали. Я был в русской тюрьме. Недолго. Со словами путаюсь. Но ничего. Разберусь. Если вы будете, не быстро говорить. Понимаешь. Уходить быстро. Verstehen? Я. Verstehe. Сначала бревна разложить, а потом уходить. Ты что не понял, фраер? В городе сейчас может начаться шухер. Мусора будут шмонать по полной. Когти надо рвать, пока нас всех не замели. Ферштейн, дядя. Ферштейн. Сначала бревна разгружать. Сюда. Аккуратно. Потом переоденетесь к лифти, лагерные. Шнель. Слышь, а сам не хочешь поработать? Бугры не работают. Толковые ранцы разводят. Фрер. Я ж тебе говорил, он местный коммунист. Сука. Мы про них вообще ничего не знаем. Куда он ходил? Кому? Какие контакты? Какой шифр? Информации ноль. Он просил пристрелить его, если уж хватит. Он сам все сделал. Уходить в лес надо. Да уйдет, мы уйдем. Тут дело не в этом. Если дед перепоручил нас художнику, значит, дело серьезное. Художника мы не уберегли. Сюда не звалили. Город не наш стихия, командир. Это лицо мы как дома. Да отвяжу, понятно. Но в штабе ждут информацию от художника. И эту информацию мы должны получить любой ценой. Он писал там что-то на стене. Че? Где? Два места я видел. Третье, не знаю, надо проверить. В подъезде рисунок был. Его ведь художника назвали. Вот он и рисовал что-то. Логично. Надо с Портогеноса побазарить. Он же был его человеком. Ну, может, он какие-нибудь концы знает. Может, и знает. Ну, взяли. Я мог бы вас поздравить, господин майор. С удачно спланированной операцией. Вы получили информацию и хотели ее использовать. В целом все почти замечательно. И вдруг такая досада. Итак, чего же хотел этот русский? Я думаю, он был русский. Или я ошибаюсь? Я вам скажу. Он хотел встретиться со своим связным. Но вы ему помешали. Мы рассчитывали, что он выведет нас на своих сообщников. Мы уже почти... Так вот, ваши почти успешные действия сорвали операцию, которую мы долго и тщательно готовили. И которую курирует лично рейхсфюрер Гиммлер. Надеюсь, вы понимаете, что это значит для меня и для вас. Зачем?
Вы можете сесть, господин майор. Я расскажу вам, что будет со всеми нами, если о провале нашей операции узнают в Берлине. Садитесь. А что с тем пацаном-то стало? Че? С каким? Ну, с тем, про которого ты в лагере рассказывал. Убили этого пацанчика немцы. Прибили гвоздями с скрубами к воротам сарая. Прямо у нас на глазах. А моих тоже всех убили. Маму, бабушку, дедушку и сестренку. Ей всего 3 годика было. Я тоже все видел. Они знали, где я прячусь, но ничего фашисты не сказали. За что же их? За отца расстреляли. Нашли его фотографию в военной форме. Только он еще в финскую погиб. Но фрицам уже было все равно. Так у тебя к фрицам особый счет имеется? Ничего, все отдадут. До копеечки. Слышь, ты не дуйся на меня, ладно? Зря я на тебя тогда погнал. Финка у тебя знатная, Салих. Дарю. Спасибо. Упертый поляк попался. Ты говорил, он немец? Да. Договорились вот о чем. Здесь есть одна русская, с которой эти ребята входили в контакт. И че? Это единственная зацепка. Он тебя отвезет, покажет, где ее найти. Стас, бегом в город. Ищешь, где и что нарисовал художник. Запоминаешь, возвращаешься сюда. Я буду ждать. Потом уходим в лес. Салих возвращается самостоятельно. Операция «Гарм» готовилась нами в строжайшей секретности. Но активность подполья, в том числе и польского, наводит на мысль, что из Берлина идет утечка информации. Сегодня мы смогли бы узнать, откуда она идет. Но вы нам спутали все карты. Сидите, сидите, майор. Теперь вы посвящены в план командования. Вы и ваш отряд отныне будут подчиняться лично мне. И никаких больше импровизаций. Вы хоть знаете, кто такой Гарм? Нет, штандартенфюрер. В германо-скандинавской мифологии Гальс. Гарм — это огромный 4-глазый пес, охранявший Хельхейм, мир мертвых. Гарм привязан к скале в подземной пещере. Вой Гарма будет одним из признаков начала Рагнарёка, то есть возрождения. Во время Рагнарёка Гарм вырвется на свободу, и в этой битве он загрызет бога Тюра, но и сам погибнет. Вам в офицерской школе плохо преподавали древнегерманскую мифологию в Гальсе. Зато нас хорошо учили воевать. Вот и отлично. Надеюсь, у нас получится прекрасный альянс. Хольц и Вернер отвезут вас в расположение вашей команды. Идите, Гальс. Я надеюсь, вы наконец оправдаете возложенные на вас надежды. Да, господин генерал. Козлы.
Вот это дом. Окно на первом этаже. Коллеги зовут ее Сейфой. Ходил к ней не этот малеванник. Ходил их командир. Москалем звали. Скажешь, от москаля. И что лесник прислал. Все, дальше сам договаривайся. Но. Но. Я от москаля. Поговорить надо. Взяла, что я в тебя стрелять буду. Давай, если у вас такой приговор. Ты что, не понимаешь? Я свой, слышь? Я свой. Ты русская, так? Русская. Ну вот, можешь радоваться. Я свой, слышь? Сальк меня зовут. Все вы свои. Приходите, делай то, делай все, а потом предатель. Да кто ж тебя так напугал? Ты что, какой же ты предатель? Ты в чем вообще виноват-то, может быть, а? В чем? Вам виднее. Так, хорош чушь молоть. Никто тебя убивать не собирается. А москаль? Москаля твоего самого 3 дня назад как убили. Поняла? Меня лесник прислал. Рисунка всего 3. Я точно запомнил. Повторю, в городе тихо. Я немцев так не боялась, как этого москаленку. Он не человек, а машина. Чего он хотел-то? Он выход искал на армию Краеву. А, поляки? Ну да. У меня приятель был Тадык Вронский. Я их и свела. А потом Тадык пропал, и москаленко пришел, сказал, расстреляет. Это в ноябре было. Поляки потом сказали, что Тадык в Освенциме. Освенцим? Что такое? Тут недалеко совсем лагерь. Слышь, а ты это красивая. Как же тут среди немцев-то? Ходил один офицер. Ухаживал из комендатуры. Я попросила москаленко, чтобы он избавил меня от него. Но он стоял на продолжении знакомства. Болтливым оказался Фриц. Много чего наша группа с него поимела. И чего, у вас было с ним? Нет. Он порядочным хотел казаться. Очень обстоятельно ухаживал. Кино, цветы, конфеты. Стихи мне читал. Ну и что, где сейчас твой ухажер? Поляки повесили. Он людей в Освенцим отправлял. Ты это, не бойся ничего. Я тебя в обиду не дам. Слышишь? Слышу. Веришь? Нет. Ну и правильно. Слушай. А ничего, если я тут на диванчике прилягу? Сейчас я тебя постелю. Йохан, weiß meine Freunde zu. Да. Да, gehen wir.
Это сделали не поляки. Как вы определили? Поляки слишком напуганы. Им не нужны лишние поводы для облав. Тогда кто? Первый удар точно в сердце Хольта. Вторым через секунду прикончили Вензеля. Они даже ничего не успели понять. И что это значит? Хорт был чемпионом Гамбурга по боксу. А Вензель до войны был акробатом в цирке. Их убил профессионал. Я же сказал, иди спокойно, я подтянусь. Неправильно мы все делаем. Тебе туда идти нельзя. Так, давай все еще раз обсудим. Нас учили, как поступать в подобных случаях. Нужно выждать, разработать схему, продумать каждую деталь, продумать, что ты будешь говорить, как ты будешь говорить, потому что одно неверное слово или движение — все. Все будет как с художником. Времени на это нет, Женя. В центре ждут информацию, у нас ее ноль. С этим, со Стахом Москаль встречался. Стах из армии Краевой, они русских ненавидят. А я татарин. Ты дурак. Мы все для них русские. Стах был против, чтобы Тадык с Москалем виделся. Ты туда придешь и русский. Все, все, тебя прямо там сразу убьют. Я тебе честное слово даю, убьют они такие. Все будет хорошо, поняла? Это я тебе обещаю. Нас тоже кое-чему учили. Давай, пойдем. День добрый. Я это... Пан русский? Русский, русский. Самый настоящий москаль. А полезный вы мне можете быть, даже очень. Поговорить надо. Я от москаля. Пройдемте, здесь неудобно. А мне здесь удобно? Нормально, нормально. Ну и почему москаль сам не пришел? Потому что его убили. Теперь я вместо него. Ну и почему мы должны вам верить? Да потому что у вас больше нет москаля. А завтра не будет и вашего города вместе с вашей конторой. Почему? Потому что завтра сюда войдет Красная Армия. Уличные бои, все такое. Смекайте. Тут камня на камне не останется. И ты, русский, пришел рассказать нам об этом? Если альбо провокатором. Так ты либо провокатор, либо самоубийца. Ну-ну. Шутите, да? Тихо, тихо, пацаны, сначала поговорим. Откройте. Выламывай дверь. Давай со мной, ошибший.
Скорее всего, они ушли через окно. Вызывайте гестапо. Вот он охапал, дядя. Это не мой. Это деньги организации. Иди вперед. Я за тобой. Только без шуток, дядя. Один уже дошутил, понял? Отца в 39-м арестовали. Он профессором был. Потом выпустили, реабилитировали. Только он вскоре умер. Сердце. За что арестовали-то? Как немецкого шпиона. До революции они с мамой в Германии жили. В Хайльберге. Отец работал в университете, читал лекции по истории. Я там и родился. В Ленинград мы только в 32-м переехали. Отец ненавидел нацистов. А, вот почему ты так по-немецки чешешь. По сути, это мой второй язык. Мама чистая немка. Понятно. Так-то наполовину фриц. Получается, да. Вообще-то я Георгий. Георгий Хиславин. А по матери Ланге. Георг Ланге. Мамке твоей, небось, жалко земляков. Родная кровь. Мама умерла. В блокаду. Ладно, Жорик, не знал. Извини. Бедный Джегош, зачем ты пришел? Что тебе надо? Я сказал, сначала поговорим. Вы первые начали. Разве только вряд? Ты ведешь себя как бандит. Вы все русские бандиты. Ненавижу. Что Россия, что Германия. Какая разница? Оккупанты, сволочи. Это за базаром следи, дядя. Бедная Польска. Бедная Польска. Зато таки беды. Иди давай. Хорош прочитать, как бабка на похоронах. А, я понял. Это Стефана нас навела. Сразу говорил, надо было ее убрать. Говорил москалю, из концлагера так не убегаю. Тадыка в лагерь утекла, а сама с эсэсовцем спуталась, курва. Еще раз я такое про нее слышу, я тебя жалобу рву. Ты понял? И запомни, я хоть не русский, а татарин, все одно русский. Еще что про Россию вякнешь, я тебя голыми руками задушу. Понял? Ничего не понял. Правда. Иди давай. Я тебе потом объясню. Ну и что бы это значило? Я тоже подумал. Че это он? За ним фрицы молотит, а он картинки рисует. На, глянь. Нет, ну то, что это что-то значит, это понятно. Ну вот только что. Так, башня, парусник, глобус, флажок. Ну, башня какая-то знакомая, а так не знаю я. Ты что, заблудился, что ли? Что сел так? Посидим, послушаем. Тут вообще выход-то есть? Много. Часть их немцы замуровали, часть заминировали. У каждого выхода пост. Ну и куда мы прием, если тут пост у каждого выхода? Ты что там мутишь, дядя, а? Я вырос в этом городе. И знаю эти подземные ходы с детства. Их построили крестоносцы. Они по всему городу. Этот ведет к центру. Этот на окраину. До войны ими пользовались любовники и жулики. Дай литарку. Дядя, как тебя там? Ты где? Эй, ты где, гад?
Berichten Sie, Holz. Докладывайте, Холц. На первый взгляд, типичное ограбление. Убитый Грегош Мачульский, поляк. 21-го года рождения. Холост, проживал по улице Милова, 12, квартира 6. Подозреваемый, хозяин конторы Стах Валевский. Поляк, 5-го года рождения, холост. Проживал по улице Бранской, 3, квартира 12. Вернер уже там. Один из свидетелей утверждает, что в контору незадолго до того, как раздался выстрел, зашел какой-то парень восточной внешности. Что вы здесь делаете? Что у вас в чемодане? Следуйте за нами. Ведите его к выходу. Вчера через наш пост в обе стороны прошло 248 человек. Это точные данные, господин обер-лейтенант. Среди них были лица призывного возраста? Вспомните. Сколько их было? Это важно. Значит, назад этот ваш лесник проехал уже без заключенных и охранников. Так точно, господин майор. И как он это объяснил? Он сказал, что сдал рабочих охране, и они отвезли их обратно в лагерь. Как они выглядели, эти заключенные? Ну, первый рисунок — это Эйфелева башня. Это точно. Это в Париже. Названо так в честь своего конструктора Густава Эйфеля. Мои родители ездили в Париж на симпозиум. Мне было года 4, но я очень хорошо помню эту башню. Жора, а второй и третий? А, второй. Земной шар и парусник. О, третий похож на Андреевский флаг. Был утвержден Петром I в 1712 году как флаг военно-морского флота России. В общем, в огороде Будина, а в Киеве тетка. А, извините, пожалуйста. Да? А вот у меня вопрос. А вот это ваша французская башенка этого... Эйфеля. Да. А она в каком году была построена? Не подскажете? Ага. Ну, начали ее строить в 1888-м, ага. А закончили в 1889-м. Что вы говорите? Серьезно? Да ну вас, честное слово, ну. Лас! Файда! Файда! По данным разведки, немцы укрепляют левый и правый фланг. Но вот в этом месте они оставляют нечто вроде узкого прохода. Здесь и здесь обширные минные поля. Таким образом, создается впечатление, что немцы сознательно создают условия для собственного окружения, позволив нам вклиниться между двух группировок. Товарищ генерал, ну тогда моим танкистам придется прорываться прямо через город. На узких улицах негде будет развернуться. Нас просто сожгут из окружающих домов. Для этого сначала надо провести артподготовку. Нет, я, конечно, могу ударить по городу своими гаубицами, но в таком случае нам не избежать огромных жертв среди населения. Именно это и нужно немцам. Таким образом, они как бы переложат вину за гибель тысячи поляков со своих плеч на наши. Поляки и так настроены крайне враждебно. Они еще не могут забыть наше вторжение в 39-м. Андрей Иванович, у меня есть новые данные разведки, но это сугубо конфиденциальная информация.
Данке, Штраух. Спасибо, Штраух. Майор Гальц, ам аппарат. Майор Гальц, у аппарата. Я? Да. Ist das genau Это точная информация? Ich bedanke mich, Frau Hess. Благодарю вас. Я? Да. Хайль Гитлер. Хайль Гитлер. Was wichtiges? Что-нибудь важное? Das war telefonat. Это звонили из трудового департамента. Они подтвердили, что гражданским лицам немецкой национальности разрешено использовать заключенных на работах в частных целях. Но вчера заключенных никто из частных лиц не брал. Лесник. Он. Александр Николаевич, вы все слышали. Ждать больше нельзя. Наступление начнется точно, в назначенное время ставкой. А теперь я слушаю вас. Я хочу ознакомить вас с последней сводкой. Это данные радиоперехвата за последние 24 часа. И здесь есть на что обратить особое внимание. Слушаю. Например, вот это. Из города в срочном порядке выводится немецкая механизированная дивизия, пехотный батальон и полк тележандармерии. А вместо этого в город перебрасывается саперный батальон и три роты украинских полицаев. Украинские полицаи? И что же это значит? Они что, думают, что этого будет достаточно, чтобы оказать нам достойное сопротивление? Пока непонятно. И вот еще что. Из города категорически запрещается эвакуироваться местному населению. Понятно. Хотят прикрыться мирными жителями. Если Салих не вернется сегодня к вечеру, будем менять место базирования. Бразовский сказал, что девка эта, Стефа, была человеком москаля. И была как-то связана с людьми из армии Краевой. Те еще друзья. С ними пытался законтачить москаль. Эта история с охотой могла быть прикрытием. Его радиста мог кто-то сдать. Вы, командир, предполагаете, что она может работать на немцев? Все может быть.
валим отсюда. Только тихо. Попал в твой поляк. Хотел сбежать, фрицы сцапали. А эти двое точно по твою душу. Стах мне сказал, что они давно хотели тебя подчикать, да только москаля побаивались. Я не знаю, что у них там за дела. Поговорить у нас не получилось. Только москалю ты жизнью обязана. Куда мы идем? Надо выбираться из города. Тебе оставаться здесь нельзя. У поляков теперь на тебя втройне зуб имеется. Я там в конторе вальнул одного пана. Случайно. Жень! Может быть, мне сходить в город? Проверить? Меня с моим немецким никто не заподозрит. Или я могу сходить? Нет. Никто никуда не пойдет. Сходили уже. Тебя, Стас, польский шпанят встретит. Ты на каком языке с ним будешь говорить? На этом. Отставить. Ты, Жора, хоть на немецком, как на родном, не имеешь аусвайса. Первый партпатруль, не отшпрехаешься. Соболь радист. Сегодня связь с дедом. Бык заметный очень. Слушай, ты все делаешь неправильно. Ну, неправильно, так нельзя. Я тебя с поляками предупреждала, ты не послушал, и что? Что? Ну, не получилось. Ну, не учили нас вашим этим шпионским штучкам. Зато многому другому учили, чего слушай, вы не умеете. Салих, слушай, ты очень хороший парень. Ты мне... Я тебе очень благодарна, но ты даже не понимаешь, что ты сейчас делаешь. Жень, давай не сейчас. Нет, именно сейчас. Ты можешь меня послушать? Валяй, ну быстро. Во-первых, ты не должен приводить в отряд незнакомого человека. Это основное правило конспирации, которому тебя тоже учили. Это вообще самое главное. Если ты это сделаешь... В общем, сам знаешь, что будет, если ты это сделаешь. Ну, в общем, так. Нас на тебя вывел один местный фраерок, Бразавский. Бразавский корешился с москалем. Художник, человек москаля. Вот художника мы и должны были прикрыть, только... Фарт не наш вышел, карта не легла. Так что теперь наш единственный пацан в городе. Это ты. Ясно? Ясно. Слушай, откуда у тебя все это? Что? Ну, все эти блатные штучки, корешился, фраер, фарт. А че? Да ничего, просто интересно. У нас на районе все так говорили. Многих посадили, меня не успели, война началась, поняла? А я думала, в разведку только комсомольцев берут. А ты не комсомолец? Нет. А что? Да ничего. А мой участковый так сказал, скажи фрицам спасибо, они тебя от тюрьмы спасли. Я на него тогда чуть с кулаками не бросился, а сейчас понимаю, может быть, он и прав был. Давай, пойдем. Подожди. Я не знаю, что мне делать. Мы придем в отряд к вашим. К нашим. К нашим. А это еще хуже. Они опять начнут спрашивать, кто, откуда, где была, что делала. Немцы спрашивают то же самое. Москаленко то же самое. Даже слова одни и те же. Мне никто не верит. Я тебе верю. Этого достаточно. Ясно? Ну, командир у меня не подарок, да. Но будет он тебя спрашивать, и что? Он не Москаленко. Просто так он никого расстреливать не будет. Поняла? Я тебя отстаю. Это я тебе обещаю. Пока вон. У этого, в лесника поживешь. И... Давай, пошли, пока нас прямо здесь не повязали. В лесочке в этом. Значит, вы утверждаете, что этот незнакомец хотел вас ограбить? Да, он потребовал денег. Грегош набросился на него, и он его застрелил. Потом он выскочил из окна в смежной комнате. Я испугался, забрал всю наличность и ушел из конторы через подземный ход. Warum blieben Sie nicht und öffneten die Tür? Почему вы не остались и не открыли полиции дверь? Я не знаю. Я же говорю, мне стало страшно. Все было как во сне. Бедный Грегош. Он был таким молодым. И часто вы пользовались этим подземным ходом? Нет. Но идет война. Никто не знает, что будет завтра. Если русские войдут в город, где прятаться? На гуд, Herr Walewski. Ну хорошо, пан Валевский. Допустим, мы вам поверим. И даже отпустим вас. Но вы должны будете помочь нам. Каким образом? Объясните нам. Почему этот незнакомец
не убил вас как свидетеля? И откуда у вас такая сумма в валюте? Здорово. Извини, что без предупреждения. Так мать легла. День добрый. День добрый. Ты зачем ее привел? Она со мной. Побазарить надо. Das ist der. Это он. Самый турок с площади. Die anderen sind höchstwahrscheinlich im Haus. Остальные, скорее всего, в доме. Das ist ihr Nest. Это их логово. Снять собаку. После этого начнем выдвижение. Стрелять по команде. Майор, возьмете с собой 6 человек и очень тихо обойдете дом справа. Отрежете пути отхода. Пока побудь здесь. Я смотаюсь в отряд. Все расскажу. Командир примет решение. Либо сегодня ночью, либо завтра с утра. Мы придем и заберем ее. Как вышли из города? Нормально. Я ему путь показала, по которому москаль ходил. И это. Слышь, собери что-нибудь. Пацанам пожрать я отнесу. А ты давай ешь. У нас с харчами не фонтан. Вообще. Уходите. Быстро. Через шалан. Достать нетвор. Я отвлеку. Уходим вместе. Я старый. Плохо бегаю. Не теряйте время.
Почему стреляет только один из них? Где Майер? Черт его возьми. Страух, назад. Страух, я приказываю назад. Окружен, сопротивление бесполезно. Коммунисты не geben sich nicht. Коммунисты не сдаются. Обыщите здесь все. Собаками пойдут. Здесь они след потеряют. Так что иди, не чирикай. Не стой. Или вас этому не учили в вашей разведшколе? Не учили. Не была я ни в какой разведшколе. Набрала я все. Что? Что ты смотришь? Нет, пусть! А я еще в городе понял, что никакая ты не разведчица. Как? А так, что знаешь, что поляки на тебя зуб имеют. Ты после конторы к себе на хату приперлась. Что ж ты, шпионище. Что, убьешь меня теперь? Дура ты. За мной.
Значит, у них в банде еще и девчонка. Скорее всего, радистка. Или связная. Русские женщины слабые и бесхарактерные. Их зомбируют комиссары и делают из них пушечное мясо. По поводу бесхарактерных и слабых русских женщин, это вы зря, лейтенант. Вы не видели, как они держатся на допросах. Надеюсь, еще увижу. Увидите, если будете чуть поосторожнее во время операции. Я сама родом из Минска. Строганова моя фамилия. Там же и училась в университете на филологическом. Когда война началась, я была у бабушки в деревне под Барановичами. Пока до Минска добрались, там уже немцы были. Папа с мамой и с маленьким братиком успели эвакуироваться. Думали, что и я успею. Я потом только через месяц узнала, что их эшелон разбомбили. Может, живы еще? Может. Как ты в Польше-то оказался? Москва, лагерь, все дела. Да просто все. Немцы молодежь погнали на работу в Германию. Ну и я попалась. Привезли в большой лагерь под Краковом. Выгрузили. Там городок есть польский, Освенцим. Немцы его по-своему называют Аушвиц. В общем, выгрузили, стали сортировать. Евреев сразу отделили, стариков и детей. Их в баню сразу повели. Мы, знаешь, им как завидовали. Мы зачуханные были после этих вагонов. Помыться хотелось ужас как. Ну, в общем, меня еще 5 девчонок после медосмотра отдельно поселили. Сказали, что будем работать в городке персонала лагеря в прачечной. Утром повезли в город, чтобы одежду поприличнее выбрать. Я когда ту одежду увидела, я сразу поняла, в какой прачечной нам предстоит работать. Ну, воспользовалась случаем и сбежала. Они с нас не отстригли, как всех остальных. Ну и затерялась среди толпы. Они немцы потом всю ночь искали. Не нашли? Меня полячка одна спрятала. Потом сюда в город направила. К сестре своей. У этой тетки связи какие-то в управе были. Ну, в общем, выправили документы, и стала я Стефа Залевска, внучка. Устроили на работу в кафе на Ратушной площади. Стала работать, деньги зарабатывать. Квартиру сняла. И потом однажды в этом кафе ко мне подошел мужчина. Москаленко, что ли? Да. Я ему наврала про разведгруппу. Ну, что, мол, забросили в тыл, что всю нашу группу уничтожили немцы, что я одна выжила, что из лагеря сбежала. У него, знаешь, какие глаза были холодные, как у волка. Ну и не хотелось мне ему про прачечную рассказывать. Он же НКВДшник. Но у них, знаешь, как с этим строго. Немецкая подстилка, предательница, почему с поезда не прыгнула. Ну и дальше, в общем, знаешь. Слушай. Идти надо. Высохло. Слышь, молодец, что прачка не стала. Не смотри пока. Бык, автомат Салиха возьмешь. И подсумок. Мосхалат его закопать. Выдвигаемся через полчаса. А шмотки полицейские и гражданку куда? С собой возьмем. Может, еще пригодятся. Неизвестно, что там с переходом получится. Тоже меня напугал. Я уже 5 за вами наблюдаю. И чё? А ты где это подцепил? Я тебе дам подцепил. Расселся, целая разбойник. А мы думали, тебе кирдык.
Не кирдык пока. Слушай сюда. Я к командиру. Она с тобой останется под охраной. Свистну приведешь, понял? Понял. А если дёру даст? Никакого дёра она не даст. Сиди, охраняй, боец невидимого фронта. Ну да ты даешь, татарская рожа. Тихо, полегче, бычара, хребет сломаешь. Рассказывай. Встречался? Есть у нас концы в городе? Командир, все расскажу. Только по порядку. Ладно, пацаны. Иди садись. Че стал, как каланча? За версту, видать. Тебя как зовут? Как надо, так и зовут. Это центр круга, по окружности которого нами зафиксированы выходы на связь. Это хутор Лесника. Сегодня мы проверим этот самый центр. Ваша машина-пеленгатор, лейтенант, должна выйти в расчетную точку незамеченной. Фары не включать. Я дам вам своего человека. Он будет проверять перед вами дорогу на предмет ям и других препятствий. Короче, пацаны, я ее сюда привел. Вот такие пироги. А ну-ка, пойдем поговорим. Пекарь. Ну, пойдем. Лесника жалко. Хоть и фрица во как. Есть фрицы, а есть немцы. Какая разница? Большая. Да, Салих, Салих. Вот если бы нас на Луну высадили, он бы, наверное, и там бабу нашел. Ты что творишь, мать твою, а? Мы совсем не знаем, кто такая, откуда. Ты притащил в отряд непроверенного человека. Бабу! Она не баба. А кто она, мать твою? Мало того, что ты в городе дров наломал, ты еще засветил нас всех неизвестно кому. Все известно. Че ты бухтишь? Я не бухчу. Ты бухтишь? Не бухчу. Первое правило разведчика. Да знаю я все эти правила. Много их этих правил. Только в жизни не все по правилам бывает. Да наша она, пойми. Наша девчонка, простая русская девчонка. Вон одна здесь среди поляков и немцев. Но выживала как могла. Ну давай теперь ее бросим на съедение польским панам и фрицам. Че, у нас же много девчонок в стране, одной больше, одной меньше. И пойдем дальше, бля, освобождать порабощенные народы. Их девчонок. Немок, полячек, хрен знает кого еще. Только однажды, когда мы вернемся домой, дома наших-то и не будет. Раз-два я общался. Если что, я лучше сам ее убью. Я свою сестренку Лиду никому не дам в обиду. Мы живем с ней очень дружно, очень я ее люблю, а когда мне будет нужно, я и сам ее побью. Да пошел ты! Ладно. Где она? Тут рядом со Стасом. Салих! Но по твоей ответственности, если что... Да понял я. Маскаленко и раньше этими рисунками пользовались. Это художник придумал. Ему потому и кличку такую дали. Ну, это понятно.
А что они означают? Они говорили? Они что-то означают? Меня они в это не посвящали. Не доверяли все. Проверяли. Один художник только и верил. Но об этом он молчал. Да уж, молчу, но еще тот был. Да подожди ты, Салих. Короче, слушай мою команду. В связи с тем, что в городе у нас ничего не получилось, выходим на связь прямо отсюда и сразу двигаем в сторону фронта, к точке выхода. Основную свою задачу по разведке позиций противника наша группа выполнила. Да, и переоденьте во что-нибудь Евгению. В таком виде она долго по лесу не прошлепает. Так я ей свой мат-халатик дам. Хорошо. Соболь, пошли на связь. Готовность к выходу 15 минут. Пойдем, переоденешься. Шифруй. Папанин, деду. Основную задачу по выявлению позиций противника наша группа выполнила. Ты, Стас, нам Жора Вошу скажи. Чем после войны заниматься будешь? Может, Суворовская? Мы тебе, Жора, рекомендацию дадим. На довольствие поставят, форму красивую дадут. Нет, уж лучше на Химовское. Я моряком хочу быть. Я мор никогда не видел. Плавать вокруг света буду. Плавать? Плавают только говно и пассажиры. Моряки ходят, запомни. Эй! Товарищ командир! Что случилось, Жора? Я понял! Я про рисунки понял! Пишите! Эйфелева башня. Дата создания 1889 год. Дальше парусник и земной шар. Это кругосветное путешествие. Первая кругосветка проходила с 1519 по 1522. И, наконец, Андреевский флаг. Был утвержден Петром Первым в 1712 году. И что? Ну, это же шифр. 18, 89, 15, 19, 15, 22, 17, 12. Шифр художника, командир. Он тоже у него с единицы начинался. Похоже. Отставить наше сообщение. Есть. Ну, Жора, Жора! Профессор! Давай, шифруй другое. Опять чужой код идет. Потом опять наш. Командир, сообщение длинное получается. Давай, давай, Соболь, гони, не дрейф. Все равно уходим. Деллинг 230. Дистанция 15 километров. Частота фиксированная. Контакт стабильный. Контакт устойчивый. Я майор. Господин майор, мы зафиксировали выход на связь. Вот здесь. Отлично. Простите, товарищ полковник, но не может ли эта самая операция ГАРМ
быть чистой дезой. Зашифрованная информация, которую передали нам ваши люди, поступила от нашего резидента в Берлине. Он человек надежнейший, и у нас нет оснований не верить ему. У нас есть единственный вариант. Надо любой ценой не дать немцам взорвать город. Где сейчас находится ваша разведгруппа, товарищ капитан? Ты контрольный сеанс идет на 20 минут. Соболь. Я. Готовь рацию. Есть. Салих, Жора, Бык. Похоронение. Остальным отдыхать. Сидеть тихо. Ну чё, втюхался же? Он у нас такой. Знаешь, как у него бабы летят. Как мухи на мёд. Во-первых, говорят, пчёлы на мёд. А мухи сам знаешь, на что липнут. А во-вторых, командир сказал тихо сидеть, и так что сиди и не чирикай. Дистанция 30 километров. Сигнал неустойчивый. Частота сигнала та же. Вызывайте охотника. Внимание, рыбак вызывает охотника. Внимание, рыбак вызывает охотника. После проникновения на объект немедленно выйти на связь. Деревня на постоянном приеме. Дед. Все. У нас новое задание. Даже не знаю. Мы должны не дать немцам взорвать город. Аху. Потрясающе. Может, сразу Берлин возьмем? Тут уже недалеко совсем. Пацаны, это приказ. Приказ штаба фронта. Немцы заминировали подземные коммуникации. Салих, это там, где ты лазил. Наша задача проникнуть туда и проверить, насколько у них там все серьезно. Только проверить? Нет. Нам нужно не позволить немцам привести заряды в действие любой ценой. Так сказано.
любой ценой. И времени у нас, как всегда, в обрез. Мы от города километров на 30 умотали. Если напрямки рванем, то часа 3 хода. Слушайте сюда. Подвигаемся вот в этот квадрат. Тут дорога. Один нюанс, командир. Этот поляк Стах, до того, как его сцапали, сказал мне, что все входы в подземелье, которые находятся вне города, у фрицев под охраной. Я-то вышел в самом городе, из подвала. Так что для начала нам попасть надо в город. С пушками, с перьями, с патефоном соболиным. Это как? Вот по дороге и подумаем. Ну вот, собственно, и все. Последний, так сказать, штрих к эпическому полотну. Мне не нравится эта ваша затея с отравляющими веществами, Плацер. Существует Женевская конвенция, которая запрещает, да, применять отравляющие вещества в военных целях. А еще Бломберг. Она запрещает расстреливать пленных и мирных граждан. Я уже не говорю о газовых камерах Аушвица и других концлагерей, куда, по вашему приказу, отправились тысячи отловленных в этом городе евреев. Я не знаю ни про какие газовые камеры. Что за мерзкая фантасмагория, Плацер? И я попросил бы вас не разговаривать со мной в таком тоне. Прекратите истерику, господин комендант. Если мы не остановим русских на пороге Европы, таких, как вас, будут судить в международном трибунале, который, кстати, уже создан. И вы будете болтаться в петле, несмотря ни на какие отговорки. Поверьте мне. А вы? Вы не будете болтаться в петле, штандартенфюрер Плацер. В отличие от вас, я остаюсь здесь и делаю все, чтобы этого не случилось. Ну что? На вокзал? Часовые механизмы взрывателей уже взведены. Ну, вот и замечательно. Семь человек. Видите этот след, Майер? Это радист. Как вы определили? След глубокий. Рация много весит. А как вам этот отпечаток ноги 46-го размера? В отряде есть очень мощный человек. А вот этот след, видите? Это девчонка. Та самая, которую вы, Майер, упустили на хуторе лесника. Мне нравится, лейтенант, что вы не оправдываетесь. Вы учитесь, и я рад вам передать свой богатый опыт. Смотри, а сейчас мы махнем на дорогу, да? Машинку хапнем и алло-лю до города, да? Алло-лю, как там твоя Мурка, не сдохла? Да нормально. Идет как все. Слышь, ты заканчивай свои подкольчики-то. Она, между прочим, город лучше любой польки знает.
Так что она нам еще пригодится, я тебе зуб даю. Понял? Ну смотри, я тебе за язык натянул насчет зуба. Выдвигаемся. Выдвигаемся, я замыкающий. Слышь, командир, а ты насчет Мурки грамотно ввернул. В банде была девка, звали ее Мурка. Ты только не забывай, чем песня закончилась. Что с ней стало и за что? Да помни. Пошли. Простите, Хольц. Но не могу предложить вам сесть. Этот мерзавец увез даже стулья. Видимо, стол и кресло не вместились в вагон. Штандартенфюрер. Генерал Бломберг велел передать вам, что будет жаловаться на вас лично к Кальтенбруннеру, когда доберется до Берлина. Надо было положить в его вагон одну из наших адских машинок. Но мне жаль тратить на это ничтожество столь совершенное устройство. Их должно быть четыре. Как четыре глаза у мифологического пса Гарма. В этом есть мистический смысл и завершенность моего проекта. Теперь по существу, Хольц. Все входы в подземелье замурованы. Что с рабочими? Солдаты СС все сделали, как вы приказали. Отлично, Хольц. Возьмите мою машину и объедьте с Вернером все контрольно-пропускные пункты на въездах в город. Приказ. С этой минуты осматривать даже военные машины. Слушаюсь, штандартенфюрер. Идите. Зря мы с собой эту тетку тащим. Вон уже себе все ноги подбивала. Крали. Она нам в городе пригодится. Стас, а нравится тебе тетка-то? Красивая ведь. Ничего мне не нравится. И покрасивше ведь дали. И... Да ну! Красота. Мне не больно. Просто непривычно. Ничего-ничего. До свадьбы заживет. Так легче будет. Не надо было меня в отряд вести. Теперь я вам обуза. Зачем ты меня притащил? А может, нравишься ты мне? А ты мне нет. Потому что я бабников ненавижу. И вообще мужиков красивых, на которых бабы, как пчелы на мед, липнут. Ах ты, сын полка, шпингалет с бринчалкой. Салих. Давай, давай, включай, хлопка. Включай. А, Гитлер, куда прислали оборонятый пост? Гитлер.
Подошел, штурмфюрер, Зайц. На каком языке вы с ними общаетесь? Я с ними не общаюсь. Мне приказано сдать пост украинцам, и я выполняю приказ. Надеюсь, они знают, что делать. Ведь они тоже в СС. Это они думают, что они в СС. Пусть думают. А вы, я уж не знаю, на каком языке, должны довести до их командира приказ нового коменданта города штандартенфюрера Плацера досматривать абсолютно все машины, проезжающие в город. Вам ясно? Даже военные? Милитарфахцеги ау. Даже военные. Im Vorabtraut man russische Diversanten gesehen. В пригороде замечены русские диверсанты. Klar. Ich habe sie verstanden. Я вас понял. Equala. Da pitchete сиди. Da iду iду. Russische Banditen. В пригороде замечены русские диверсанты. Aufpassen. Aufpassen, verstehst du? Быть внимательными. Не пить. Досматривать все машины. Наша девочка натерла ножку. Они снизили темп. Еще немного, и мы их догоним. Никого. Странно. Командир, может, мы с быком переоденемся, пока исходим по дорожке, прогуляемся, а? Переоденьтесь. Понял. И отойдем левее. Я еще не придумал, как нам в город с оружием пройти. Арестантских роп у нас нету. Ты не пройдешь второй раз в этот номер. Немцы не зря к Портагенос нагрянули. Умные гады. Они явно идут в сторону города. Мы должны взять их до того, как они выйдут на эту дорогу. Надо предупредить Плацера. Нет, Майер, они мои. Это моя добыча. Или я не охотник. Бык, все, пошли, перейдет. Доставай шкурки свои. Пошли. Жорик. Какая машинка. Кузов без окон. Вроде не военная даже. Ну-ка, посмотри. Вот везет так везет. Да. Все, что доктор прописал. Ага. Только толку-то, что вон. Водила под капотом. Может, она на глушняк вообще. Сломана. Твою мать. Говорят. Да не слышно ничего. Гутен так.
какую печенку, будто так хохлы. Я русский. Вас вопрос. В чем дело? Украинские камерады. А, украинские товарищи. Гуд. Хорошо. В кузов посмотри, Ирод. Немцы в таких машинах евреев возят. Я видела. Так они чего? Может, в кузове, что ли? Вот только этого нам не хватало. Эй! Чё? Кузов пустой. Пустой? Возьми ты до поста. Пойдем, покатаемся. Пистали, блин, свои хлопцы. Молодец, бычара. Ты хоть знаешь, что это за машина? Это душегубка, дурень. Вон туда выхлопа из мотора идут. В кабине рычажок специально для этого красненький. Сюда евреев и прочих унтерменщин набивает и катает, пока не задохнутся. Давай, садись, подвезу. Да не в кузов, в кусты их. Тьфу ты, ел. Я только что от командующего фронтом. У нас серьезные коррективы. Мы начинаем наступление раньше намеченного срока. Что? Ну, зараза, а? Так. Все, приехали. Выходи, открывай капот и делай, что надо. Что? Я говорю, выходи, открывай капот и делай, что надо. Понял. Шарфюрер Ланге. Майор Гальц. Майор Гальц. Sind Sie schon lange? Давно вы здесь? Eben angehalten. Только что остановились. Мотор барахлит, господин майор. Machen Sie den Lader. Откройте кузов. Я не имею права. Это спецмашина, господин майор. Немедленно откройте кузов. Иначе я буду вынужден арестовать вас, шарфюрер Ланге. Ну? Ну давай, сука, пожалуйста. Не думаю, что вам это понравится, господин майор. Открывайте. Я слышал про эти ваши машины, но вижу впервые. Куда вы их везете? Я не имею права говорить. Это военная тайна. Убирайтесь прочь, шарфюрер, вместе с вашими мерзкими тайнами. Простите, господин майор, но я должен взять с вас расписку, что под угрозой с вашей стороны. Убирайтесь, черт бы вас побрал. Ну и нервы у ребят.
У тебя же, Рик, тоже нервы. Не хуже. Рычажок красненький. Я убрал рычажок красненький. Угу. Поехали? Поехали. Намеченному плану. Наверх мы. Сначала мы. Потом группа Микульского. Потом группа Микульского. Добре. Хорошо. Если эти люди в кузове фургона, и есть те русские, которых мы ищем. Нет. Читайте мои мысли, майор. Но если это так, это гениально. А ты, Жор, в этой форме и впрямь настоящий фриц. Так я же есть настоящий. Забыл? А это гаденыш русский. Во как. Командир. Движок еле живой. Похоже, что вообще без остановок катались. Вот. Вот этот вход в подземелье немцы точно не знают. Его знал только Стах. Мы его с Адыком нашли, москалю показали. Ну, теперь главное не останавливаться. Если прорвемся в город, там увидим, что к чему. Ну, не отпадет голова, отрастет борода. Про рычажок не забудь, красненький. Шкода. Грзегорз не дожил до того дня. Жаль, Грзегорз не дожил до этого дня. Это была его мечта. Жора постучит метров за 100 до поста. Лечь всем, как лежали. Стрелять, если только будет стрелять Жора или Соболь, понятно? Нам бы здесь хоть дырочку, а? А то и без дыма сдохнем. Ядрёна мать! Вот и дырочки! Лежать всем! Все, уходим. Живо. Жора! Гони! Не останавливайся! Я понял! Все нормально! Русские начали наступление. Немного не по плану, но тем не менее... Кажется, наш счет пробил. Машину. Поляки в городе нервничают. Штандартенфюрер. Стой! Проверка документов. Прочь с дороги, идиот! На нас напали партизаны. Быстро занять оборону. Быстро, партизаны. Открывать огонь без предупреждения. Перекрываем дорогу.
там за стрельба на окраине? Егаль. Что, черт возьми, происходит? Они там что, перепились? На нас необычная форма. Может, они приняли нас за русских диверсантов? Заткни этого идиота с пулеметом. Мы обойдем город по флангу практически вплотную. Таким образом, если разведгруппа Папанина с задачей не справится, у нас будет хоть запас времени для того, чтобы найти эти заряды и обезвредить. Найти эту чертову спецмашину. Скорее всего, они ехали к конкретной цели и бросили ее неподалеку. Куда девать этих? Они убили Таубе и Неумана. Раньше этого не было. Соболь. Чисто. Бык. Дальше. Мне не надо, чтобы вы стояли до последнего, оберштурмфюрер. Я приказываю отступить. Черт бы вас побрал. Выполняйте приказ. Этого здесь на два квартала хватит. Командир, там по проходу то же самое. Метров на 100. Если жахнет, мало не покажется. Ну, что я говорю, пригодилась нам девчонка. Так мы хрен сюда попали. Может, отпустим теперь? Как-нибудь сами дальше, дорогу знает. Я никуда не пойду. Иди, иди, девочка, отсюда. Здесь темно, сыр, крысы. Спасибо тебе, что дорогу показала. Дальше сами разберемся. Стас тебя проводит, да, Стас? И куда я не пойду? Прогоняете, да? Вы меня жалеете. Это приказ, я... солдат. Идите назад и ждите на склепе. Сейчас быстро здесь свертку мутируем и придем к вам. Выполняй приказ, боец. Есть выполнять приказ. Пошли, чё стоишь? Пошли! Там тоже этого добра. Войны на две хватит. И это... Командир, там ниша в стене замурованная, и за ней... Воет кто-то? Да. Как воет? Воет и скребется. Пошли, командир, покажу. Партизанин! Эй, офицер! Партизанин! Сталь!
Что значит? Переведи. В древнегерманской мифологии Гарм – это огромный пес, охраняющий вход в Хельхейм, царство мертвых. Чё? Я же говорил, там кто-то воет. Хрень какая-то. Командир, царство мертвых мы уже нашли. Может, быстро порежем здесь все провода и айда отсюда, пока это собачонка. Твою мать! Назад все! Отдав кошель. Такое ощущение, что ее вырвали. Это они. Помните тот след ботинка 46-го размера, Майер? Мы загнали их в каменный мешок. Охота слишком затянулась. Пора ставить точку. Назад, стоять! Мать твою! Знаю, где установлены часовые взрыватели. Русские уже на окраине города. Часы переставлены. До взрыва 15 минут. Успеем проскочить через западный КПП. Смогли перевести часы. Дистанционно. Пойдемте, осталось еще 3.
Это Стас, Жень. Салик! Жора, бык, быстро! Уходит. Майер. Майер. Да. Это слышно. Проверьте, что там. Массисто. Гуд. Ну чё, перетрухал, поди? Да, есть чуть-чуть. Не боись, прорвемся. Но со мной же солдат и настоящий мужчина. Значит, все будет хорошо. Как же ты, Жорик? Это свои. Это свои, русские. Русские нам не свои. Русские нам не свои. Они спасли наш город. Они нам не враги. Ничего не спасли. Если он умрет, я вас здесь всех положу. Все, командир. Все.
картина. Живите. Катя. Где Женька? Товарищ капитан, разведгруппа в количестве. Ваше задание выполнено. Знаю. Спасибо, Папанин. Не мне. Ребятам. Что с рукой, боец? А это кто такая? Это Стефа Залевска. Бегла из Агрена. Надо доставить в комендатуру, проверить. С немцами путалась. Ты у меня сейчас договоришься, дядя. Салих! Все ты живы! И не ругайся при дамах.